Ростов-Великий, Спасо-Яковлевский монастырь. Мы снова здесь для того, чтобы продолжить разговор об этой славной обители, о ее истории, о благотворителях, усердии и по инициативе которых создавались вот эти великолепные храмы. И, конечно же, продолжить историю жизни, жития святителя Дмитрия Ростовского, одного из выдающихся деятелей русского просвещения 18 столетия. Сегодня мы поговорим и о второй по времени основании после Славяно-Греко-Латинской академии регулярной русской школе. Итак, сегодня школа святителя Дмитрия. Этот великолепный храм, увенчанный пятиглавием, храм, украшенный прекрасными скульптурными барельефами, величественный, даже немножко пышноватый, мог бы украсить любой из петербургских проспектов. Храм совершенно столичный по своему внешнему облику, но стоит он здесь, на земле Спасо-Яковлевского монастыря, а еще в народе издавна именуется он Шереметьевским храмом или Шереметьевской церковью. Для этого есть все основания, ну, не только потому, что в роду Шереметьевых святителя Дмитрия чтили со времени его канонизации. На протяжении нескольких поколений этого древнего рода когда-то святитель Дмитрий и Борис Петрович Шереметьев, деятель Петровского времени, один из наших первых фельдмаршалов и первый граф Российской империи, пересекались на своих жизненных путях. Глубоко чтил святителя Дмитрия и Николай Петрович Шереметьев, неизвестный, может быть, воинскими подвигами, да, несомненно, неизвестный, но известный своей широкой благотворительностью. Это тот самый Николай Петрович Шереметьев, который вступил в брак, презирая все сословные перегородки, со своей крепостной актрисой Прасковьей Ивановной Ковалевой по сцене Жемчуговой, Ковалевской, поскольку ей придумали соответствующее родословие, всех перегородок обойтись так и не удалось. Он очень рано овдовел, это известная история, потом много благотворил, основал странноприимный дом в Москве с богадельней на 100 человек при нем. Своего сына, плод вот этой самой страстной любви, мальчика, который мать не помнил, он наименовал Дмитрием именно в честь святителя Дмитрия Ростовского. И воздвиг он этот храм в честь и похвалу святителю Дмитрию. Храм строился с 1795 по 1801 год. Ну, Шереметьевым это было удобно, поскольку были крепостные художники, как мы знаем, музыканты, актеры, певцы, но были и крепостные архитекторы. Вот крепостные архитекторы Миронов и Душкин возвели этот великолепный храм, где и мы продолжим разговор о житии святителя Дмитрия Ростовского. Этот храм благоукрашали, заботились о нем сын графа Николая Петровича Шереметьева Дмитрия Николаевича, его внук Сергей Дмитриевич. Что касается сына, то когда-то он был воином в юности, как это было принято среди людей его круга, участвовал в боевых действиях, в частности, в подавлении восстания декабристов и подавлении польского мятежа. Но вообще, конечно, в основном он был благотворителем, смотрителем, попечителем странноприимного дома, который основал его отец, который стоил 3 миллиона рублей. Он не мог не быть благотворителем, потому что всегда перед ним было завещание матери, которое он не помнил, но знал по рассказам отца и других родственников. Согласно этому завещанию, ежегодно 6 тысяч рублей должно было выделяться на приданное 25 осиротевшим девицам, 5 тысяч ежегодно шло на храмы и монастыри, 4 тысячи – это вспомоществование бедным ремесленникам, 5 тысяч – бедным семьям, ну и так далее. Так что известен-то он именно как благотворитель. Сергей Дмитриевич Шереметьев – замечательный историк, общественный государственный деятель, писатель и
коллекционер. Шереметьевская церковь задумывалась как достойное вместилище для мощей святителя Дмитрия Ростовского. Храм был построен, но перенесению сюда мощей препятствовало завещание святителя Дмитрия, который завещал похоронить себя в Зачатьевской церкви. И лишь в 1909 году был установлен следующий порядок. Святые мощи ростовского чудотворца с 25 мая по 25 ноября на летнее время торжественно с крестным ходом переносятся сюда. Здесь, в Шереметьевской церкви, равно как и вообще в Спасо-Яковлевском монастыре, бывали царственные особы. Это и Екатерина II, и Александр I, Александр II, Николай II был здесь. Ростов входил в число городов, где широко отмечался Романовский юбилей, юбилей 300-летия дома Романовых в 1913 году. Мощи святителя Дмитрия пребывали в раке, отлитого из первого серебра колыванских приисков при императрице Елизавете Петровне. Это ее дар Спасо-Яковлевскому монастырю и святителю Дмитрию. Ну, в настоящее время мощи святителя почивают здесь, уже в новой, особо устроенной раке. Ну, о судьбе раки прежней можем догадываться, вспомнив кампанию по изъятию церковных ценностей под предлогом борьбы с голодом. Новая великолепная рака украшена ростовской финифтью, знаменитой ростовской финифтью. Ну, а что касается жизненной истории святителя Дмитрия, то мы простились с ним в тот момент, когда он прибыл в Троице-Сергиев монастырь, где царь Петр Алексеевич, находясь в противостоянии со своей сводной сестрой царевной Софьей Алексеевной, собирал силы и, в общем-то, сумел этот конфликт преодолеть и обратить ситуацию в свою сторону. Ну а в Троицком монастыре, который на тот момент вполне можно было считать реальным центром управления государством российским, будущий святитель Дмитрий оказался в компании, ну, кого бы вы думали, гетмана Ивана Степановича Мазепы, тогда союзника, любимца Петра Великого. В Малороссии он был известен как меценат, поддерживал просвещение, учебные заведения, строил храмы, благотворил монастырям. Ну и вот интересно, в ближайшей перспективе, как пришлось святителю Дмитрию анафематствовать этого человека, который призлым заплатил за предобрейшее. Петру, который полностью ему доверял, изменил отечеству, которому присягал с целованием креста. Дело в том, что Полтавская битва произошла летом 1709 года, а святитель Дмитрий скончался осенью. Вот непонятно, скоро и на дела Петр успел уже инициировать вопрос с анафемой или нет. Ну, впрочем, ладно, это все наши догадки. А так они вдвоем прогуливались вдоль царских чертогов Путевого дворца в Троице-Сергиевом монастыре в ожидании аудиенции. Потом были допущены к руке Петра Алексеевича. Потом был разговор с патриархом Адрианом, который на всякий случай справлялся у киевского ученика Киево-Могилянской коллегии, как верующий. И он же, патриарх Адриан, благословляет, одобряет деятельность будущего святителя по составлению житий святых. Вот даже если бы святитель Дмитрий сделал бы только одно это дело в своей жизни, он навсегда бы остался в нашей национальной истории, в нашей культуре. В доме могло не быть Библии у каких-то грамотных людей, редких грамотеев, но обязательно были жития святых. Это реальные истории, на которых народ наш учился благочестию, учился христианскому пониманию жизни и подражал этим людям, о которых шла речь, когда какой-нибудь грамотный человек, водя по строкам корявым пальцем натруженной руки, читал вот эти вот замечательные повести о мучениках, преподобных, столпниках, подвижниках, благоверных царях и князьях. Что было источником? Источником были великие чети именей святителя Макария, нашего просветителя 16-го столетия, собравшего, как он полагал, все чтомые книги на Руси. Это совершенно удивительный свод, но, увы, хранившийся лишь в трех списках
трех экземплярах. Один святитель Макарий пожертвовал в качестве вклада на помин души своих родителей в Софийский Новгородский собор, другой в Успенский собор Московского Кремля, третий, самый полный список, царский, собранный, подготовленный и преподнесенный государю Ивану Васильевичу Ивану Грозному. Он был самый полный. Именно им пользовался с благословения патриарха Адриана святитель Дмитрий Ростовский. Привлекал он южнославянские жития, древние прологи, географические произведения греческих духовных писателей и даже латинские сказания, так называемые издания баландистов «Акта Санкторум» – «Деяния святых». А были случаи, когда источников не было. И вот тогда было прямое откровение, явление святых, которые рассказывали о своей жизни. Это святая великомученица Варвара, по крайней мере, мы знаем точно, что такой случай был, и святой мученик Орест. С этих рассказов он вносил коррективы в свое повествование. Не очень много житий великорусских подвижников в первых трех томах, потому что не хватало ему, наверное, источников. Он приезжает сюда, в Ростов, здесь столько святых, как мы знаем, столько чудотворцев, что уже жития и ростовских святых, и вообще великороссийских входят непременно вот в то самое повествование, над которым трудится святитель Дмитрий. Даже если бы он сделал только это навсегда. Это человек, который оказал влияние на формирование нашего национального характера, можно сказать, смело. Ну а потом уже в начале 20 века эти жития были изданы на русском языке с прекрасными комментариями. Вот тот, кто хочет узнать и усвоить себе историю церкви, должен их обязательно прочитать. На древнюю ростовскую кафедру святитель Дмитрий попал как будто бы случайно, но ничего случайного не бывает. Его прочили на кафедру Тобольскую, он должен был отправиться в далекую Сибирь и ужасался, потому что здоровье его было расстроено непрестанными книжными трудами. Вот, кстати, редкий для нашей истории пример, когда книжные труды являлись одним из видов аскетического иноческого подвига. Это было именно так. Он уже вступил в права управления епархией Тобольской, разбирал какие-то дела, проживая в Москве. Именно поэтому он и почитается в соборе сибирских святых, когда, в общем, при этом он в Сибири никогда не бывал и очень не хотел туда отправляться, потому что боялся, что не выдержит. Считается, что Петр Великий не хотел расставаться с таким ярким проповедником, духовным писателем и вообще таким образованным архиереем, хотя туда отправился в Сибирь, в Тобольск, архиерей не менее образованный. Это знаменитый Филофей Лещинский, просветитель Сибирского края, миссионер и земляк святителя Дмитрия Ростовского. Ну а он прибыл сюда, в Ростов Великий, и, о ужас, попы невежественные, паства дикая. Крестьяне в церковь не ходят, а праздники отмечают пьянством и буйством. Сражаются за границы между земельными владениями до ранений и до смерти. Это глубоко огорчает святителя, ведь это его паства. Попы неискусные и злонравные, заискивают перед богатыми, а бедных не брегут, и те умирают без исповеди и святого причащения. Жены и дети поповские редко причащаются, ставленник приходит к архиерею, выходец из духовной среды, из семьи священнослужителя, не помнит, когда в последний раз причащался. Может быть, святитель, обличая эти нравы в своих проповедях, в своих письмах и записках, немного сгущает краски? Нет, это отсутствие образования, это какое-то духовное одичание. У священника спрашивают, а где же здесь святые дары? Спрашивает не кто-нибудь, а архиерей, святитель Дмитрий, который, войдя в алтарь, делает поклон перед телом и кровью Христовыми. А тот не понимает. И тогда сопровождающий митрополита батюшку спрашивает, запас-то у тебя где? Вот это вот низведение высокого до бытового, страшная беда ростовского священства того времени. А еще и раскол. Эти земли, это Ростов, это Ярославль, это Кострома заражены расколом. Отношение святителя Дмитрия к старообрядчеству – это отдельная история. Старообрядцы его не любят за его труд, розыск о раскольничьей брынской вере. Основная мысль этого труда – раскол есть
детище невежества, непросвещенности. С этим можно спорить, дискутировать. Святитель Димитрий многих вещей, но просто не знал, которые знаем мы сегодня, благодаря исследователям более позднейшего времени. Не так важно. Удивительно, он идет пешком. Вот есть такой случай в летописце ростовских архиереев, написанный не его рукой, хотя тогда летопись вел он сам, как он вышел пешком из Ростова и пешком же пришел в Ярославль для диспута со старообрядцами. А те выдвинули ему богословие бороды. Вот при всем уважении равночестному старому обряду, все-таки его приверженцы иногда проявляли вот такое буквоедство и видели образ Божий в бороде. Есть целое богословие, подыскиваются цитаты, в основном не имеющие к вопросу никакого значения. Ну, а время-то петровское, время строгое. Петр, с одной стороны, не взыскивает с раскольников, если они заняты каким-то полезным трудом, а с другой стороны, наказывает строго за пропаганду раскол. Вот пришли к нему эти бородачи спорить к святителю Димитрию, раскрыли какие-то свои тетрадки, свои записи, стали искать. Он не стал говорить о том, что древние мученики, умирающие за Христа, воины римские, конечно, были без бороды, и тем не менее не только спаслись, но изображаем мы таковыми их в таковом виде на иконах. Нет, он ответил чрезвычайно остроумно, с мягким малороссийским юмором. Вот борода, сказал он, если ее подстричь и обрить вовсе, она опять отрастет, а голова нет. Намекая на те репрессии, которыми вот эти вот смельчаки, отчаянные упрямцы, могли подвергнуться. Но вообще в целом картина была ужасающей. Наверное, это была одна из причин того, что он здесь основывает училище. Но мне почему-то кажется, даже если бы не эти скорбные обстоятельства, если бы не такая вот насущная необходимость в подготовке кадров просвещенного и культурного духовенства, святитель Димитрий все равно открыл бы школу здесь, в Ростове-Великом. Он просто привык. Он сам учился в школе, проходил школьное учение в Киеве. Он везде видел училище и в Киеве, и в Чернигове, и в других местах, где ему довелось проходить свое служение. А он много странствовал. Жизнь у него была такая... странствующего проповедника был такой период в его жизни. И, ну, как бы то ни было, кстати, мы не знаем, учился-то он учился, но доучился ли до конца, потому что, по некоторым сведениям, он вынужден был оставить учение в Киево-Могилянской академии. Мы помним, что на Украине тогда шла затяжная гражданская война, и вот то ли польский отряд, то ли войска гетмана Дорошенко, разоряя Киев, разорили и Киево-Могилянскую коллегию. Теперь говорят, что вроде бы как и не было этого нападения Дорошенко на Киев. Бог его знает. В любом случае, по некоторым косвенным свидетельствам, 1 сентября 1704 года здесь, в Ростове-Великом, в так называемых княжьих теремах, скорее всего там, архиерейского дома или ростовского Кремля, начинает действовать школа святителя Димитрия Ростовского, как мы ее называем теперь. За все время недолгое ее существование через школу прошло примерно 200 учеников. Многие их имена и фамилии известны. Это не только местные уроженцы, не только дети духовенства, а люди с именами Грыц, Юрко и с фамилиями, напоминающие малороссийские или польские шляхетские. Вероятнее всего, эти ученики добрались до Ростова-Великого вместе с тремя учителями, малороссами, выпускниками тамошних учебных заведений, и здесь уже довершали или получали свое образование. Ну, кроме того, обучение здесь было абсолютно бесплатным, равно как и содержание. Святитель Димитрий прекрасно помнил годы своего учения. Вообще человек был очень чуткий к бедному люду. Никто из наших иерархов 18 века не говорил так проникновенно о бедных и так жестко не обличал богатых. Это был настоящий второй Иоанн Златоуст, хотя, в общем-то, в обществе это было как-то не принято. Ну и потом он помнил, как бурсаки его времени в Киеве, где-нибудь на Подоле, в рваных или заштопанных свитках, похожих на подрясники. Ну все по Гоголю, все по Гоголю. Они пели, сочиненные ими кантами, поздравляя тут торговок на Подоле. Ну, или женщин более-менее обеспеченных, более-менее успешных, пели под окнами.
жалостливыми напевами, но она вот растрогается, вот как так вот парубки молодые, хлопчики учатся, получают образование, да будут такими грамотными, да и поют так проникновенно. Канты вдруг прерывались, и хлопчики в один голос начинали вопить: «Борщику, борщику!» Ну и, конечно, растроганная хозяйка борщику отливала или наделяла галушками. Поэтому о том, чтобы обеспечить свою школу, святитель Димитрий думал изначально, но другое дело, что в силу определенных обстоятельств ему не совсем удалось. В школе существовала жесткая конкуренция. Ну, вообще было три ступени. Для начала надо сказать об этом. Три ступени обучения. Это инфима, это медиа и супрема классис. Ну, соответственно, начальный, средний и высший класс. В каждом классе две группы, которые соперничают друг с другом. У каждого ученика есть его персональный конкурент. Ну, это наследие иезуитской системы, которая в то время очень широко применялась. Надо сказать, что, конечно, святитель Димитрий следовал ей не во всем. В каждом классе выявляются знания в конце месяца. То есть есть все. Вот это зубрежка, естественно, объяснение нового материала, ну, обычные элементы обучения. А вот пик – это экзамен ежемесячный, когда ученик пишет сочинение, излагает свой взгляд на тот или иной предмет на основе полученных им знаний. И вот тот, кто берет первое место, первый приз, становится императором. С определенными песнопениями его посаждают на его императорское место. Конечно, это первое. Второй ученик именуется сенатором. Но на них лежит обязанность объяснять материал, разъяснять товарищам то, что они не успели понять или не смогли понять. То есть они занимаются вот таким вот тьюторством или репетиторством, иными словами. Есть еще и сеньор. Это староста, который наблюдает, тоже из лучших учеников, за тишиной в классе, вообще за дисциплиной. Это важный очень человек, и святитель Димитрий призывает его уважать. В противном случае обещает, что его ученики познакомятся с плетью. Ну, это, конечно, самая крайняя мера, к которой он едва ли прибегал в силу самого своего характера. Ну, есть еще и, да, тоже такой момент, заимствованный из западной школы, это колпак со ослиными ушами. Его получает тот, кому не повезло. Но надо сказать, что вот эта жесткая конкуренция, ну, довольно строгое взыскание с тех, кто нарушает обычаи и уставы школы, компенсировалось особыми средствами, к которым прибегал святитель Димитрий. О них тоже надо сказать хотя бы несколько слов. Ну, обычно утешение юношам, взыскующим наук, это некий перерыв, некий отдых от студий, от учебы, от ежедневного школьного труда. Здесь, конечно, это тоже было. Не учились на первой седмице поста, не учились на страстной, но понятно, что это составляющая воспитательного процесса, особенность школы святителя Димитрия, это забота о развитии способностей учеников и их нравственном возрастании, духовно-нравственном. Поэтому это не совсем каникулы, даже совсем не каникулы. Ученики посещают богослужение, готовятся к исповеди, принятию святых тайн. Светлое Христово воскресенье, светлая седмица, но здесь, да, здесь есть место отдыху. Святки. Святки. Весь Ростов еще радостно и весело празднует Пресветлое Рождество Христово, а здешние школяры уже на третий день праздника садятся за парты. Было такое правило, что ученики не могут отдыхать более 3 недель подряд, дабы не отучиться учиться. И тем не менее, школа прекращает свою деятельность, ну, самое позднее, в 1709 году. Ну, может быть, еще какое-то время она просуществовала. Святитель Димитрий объясняет причину в том, что у школы нет средств. В письме к митрополиту Иову Новгородскому, тоже ревнителю просвещения. В чем дело? Архиерей древнейшей епархии, да у него все в распоряжении. Неужели он не может содержать школу? Не может, потому что средства кафедры скудны. Идет Северная война, начинается строительство Петербурга, многочисленные петровские реформы, инициативы требуют постоянного притока средств. И с крайней болью в сердце вынужден он прекратить
финансирование школы. Ну и как-то вот она какое-то время еще существует. Но тем не менее, это важнейшая ступенька к тем высотам богословской и светской науки, которых Россия достигла в 19 столетии, когда появились вот эти плоды Петровского времени, когда наша наука мало чем была умалена от европейской, даже по многим параметрам превосходила ее. Все это начиналось в том числе и здесь, на земле Ростова Великого. Но это отдельная история. История русского Оксфорда, Московской духовной академии, славной Питерской, древней Киевской, миссионерской Казанской. Ну, о чем-нибудь подобном мы, конечно, когда-нибудь поговорим. Ну, а пока прощаемся с вами. До свидания.